В минулом году технические инспекторы профсоюза проверили 926 предприятий и организаций в области. При этом выявлено около 10 тысяч порушений. В среднем отрабатывается 10 порушений на каждом предприятии. Все это показатели крыху полепшились, але не вельми значно. Ничего принципово нового у структуры выявленных недохопов нема. Эксплуатация неисправного обсталевания и порушений правил техники безопасности. У 80% выпадков для ликвидации недохопов не потребны никакие материальные затраты. Сярод резерву так само. Повышение эффективности громадского контроля. Не только громадских инспекторов увогуле не было, але на шмат яких предприятиях никак не вызначится за их статусом и мерами заохвочивания. Общественный инспектор – это своего рода помощник мастера на рабочем месте. Когда мастер где-то отвернулся или занят организационными мероприятиями, он, как говорит, должен быть глаза и уши. И по-хорошему нам уже на довольно многих предприятиях именно так оно и есть. Но для этого нужно, чтобы директор, руководитель предприятия понимал, что общественный инспектор – это не инспектор, это просто помощник в работе профилактики травматизма. Узмастнение працовной дисциплины для предприемцев не только потребование закону, але и вытворшая необходность. За дорогим сучасным обсталеванием порушальникам явно не место. Иншая справа, что принцип коллективной отказности широкого распространения на предприемствах Гомельской области так и не знайшов. Нести огульное покарание за провинность одного работника люди не ожидают, особливо, коли меры захвачивания значные. Каждому работнику, если он не нарушает правила охраны труда, выплачивается на лимитную карту 50 деноминированных рублей, которые он может потратить или на питание в столовой, или на приобретение продуктов в нашем буфете или магазине. На эти сродки, до речи, у столовой предприемства «Гомель-Шпалеры» можно обедать на протягу всего месяца. Увогуле никаких значных порушений в опошний час на этом заводе не означается. Разом с тем, от реализации додатковых мероприемств по профилактике вытворчего травматизму и профессийных захворюнь тут не отмовляются. У речи цена питания – житё и здоровье. Олег Сентюров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».